Если вы хотите заказать домой повара, заказывайте. А это Парков. Это Степан. Короче, мы играем против Димки Фаворита. Нет, давай, сможешь! Заткнись, пиздюк! У него Бенфика. Ебалый орот, блядь, эту Бенфику. Я не знаю, что сказать. Да вот так вот, блядь. Чё? Подожди. Не, ну я ненавижу Бенфику с детства, поэтому я сегодня в майке Спортинга. И мы будем ебать их, блядь! Все, мы сегодня обыгрываем эту нахрен Бенфику, потому что Дима нервничает уже. Но играем мы сегодня вдвоем. Yes! 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 Пусть меняем. Ебать, он засал просто. Давай меня, ёпта. Давай, давай. Салага. Давай, давай, белую ставь. Ну и мы фэт. Нажми готов. Медаль. Сейчас продавим, подожди. 1-0! Эмоциональная продавка есть. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Очень вкусно, с капустой. Но что-то мне немножко грустно. Да я не понимаю, как, за что и почему. Я же говорю, что... Легальный партнер наш пари, легальный абсолютно, и вы прекрасно знаете, что каждого новичка ждет прибэк на 1000 рублей, ну каждого, да ты там приложение легчайшее, да там спотыкнуться даже невозможно. Вы же знаете, где что искать, друзья, внизу по ссылке закреплен на комментарии, всех вас ждем. Я не понимаю, как... Давно не было Демербая. Демербай! Передачу. Дави нахуй. Почему нахуй? Все, поехали. Мы не будем катать как мрази. Мы же сейчас забьем 10, блядь. 10 тоже, давай. Беги. Я сейчас вообще, блядь, пиздай. Ну он читает вас как детей каких. Блядь! Что это за хуйня? Ну! Адам. Почему не радуешься? Я тебе сейчас ебало начищу. Почему даже не было желания радоваться, потому что пас неточно отдал. Да надо забивать тогда еще. Постоянно спрашивают, что я ем. Вот я сейчас ем рисовую кашу с мяском. Жми говно! Да почему говно, жать? Ребята, пиздец, да? Ты злой, блядь. Оп, почему такой? А что с тобой, Фанкин, блядь? Да я говорил, я просил тебя, можно без нагрузочных? Нет, ничего, 1-0 можно, давай. До него наконец-то дошел по возрасту. Кто бил? Кто ударил? Не знаю. Да ёбаный в рот, блядь! Не, я не буду играть дальше. Я тоже. Да не, давайте. А что за хуйня у него на воротах, блядь? Я просто ударил как бомб. Я не спас! Я подвел коллектив! Я урод! Второй темп. Вот так? Пенальти. Давай. Да, блядь, пол нахуй! Вы чё, пи***ц? Браво. Не, ребята, ну какой лучший. Ха-ха-ха! Три за 37 минут. До свидания. Ну, это будет очень страшно. Бля, прикинь, я реально поверил, что я один играю. Видишь, бля, что за хуйня? Если Рэйч квит, я заплачу, что я не успел сыграть даже. Бля, нахуя? Три паузы, у него замен даже не будет. Вообще, я надеюсь, что он сейчас прессинг рубил, и мы ему сейчас реально 10 закинем нахуй. За работу, парни! Браво. Догнать. Можешь ударить. Total domination. Демербай! Там видишь? Смотри дальнего. Беги! Жить! Блядь. Ну это пас Арнольдиньо, помните, да, когда в Барсе он был? Нет. Охуенный хавчик. Надеюсь, я... Ладно, что за разгон там машины? Уверен, что готов. Многое изменилось. Не знаю, а как выиграть вообще возможно? Ну, типа, ты не выиграешь никак. Браво, Миш, браво. Забить. Чё за хуйня? Блять, я проебался. Бля! Место. Вау. Да, ты поехал за пивом. Да я не пью пиво, зачем? Я переношу эту игру, либо даю ТП. Адам. Давай. Заставил ничем мне было. Забить. Я, сука, он вообще дышать не дает. Раз, допускай играть. Два, три. Зачем так? Бля, крыса. Мы радовались вообще-то пока. Ага. Ух, так хороший, вот. Кстати, было. На! Мощный удар такой. Получай сраный Бенфика. Тянул носок. Куда он побежал? На уроки пора. Это friendly fire, огонь по своим. Вау, ну ты сегодня выдал. Не важно, что он постарше меня. Мне кажется, меня тоже.
Why are you bullying me? Ваут. Ну, точнее. Ваут. Ага, я ой, прям хорошо. Гоняю. Хорошо, бегушка! Ну, ага, ой, здорово. Дальше. Ой, как... Я не даю посы. Ну, в плане сейчас. Блять, сука. Думал, сейчас завискаешь, замали, ебался. Я думаю, кстати, что, скорее всего, мы выиграем. Ты не охуел, блять, это делать сейчас за 10 минут до конца, а, блядь? Двоих! А, тогда отбой, Он сначала нашего убил. Типа за первый. Ты ловишь. Давай я поймал. Смотри, смотри, приманил. Блин. Я думаю, кстати, что, скорее всего, мы выиграем. Ты что натворил, блядь? Хуета! Кстати, не, ну красиво. Угадал? Если бы угадал, отбил. Нунис. Нет. Есть, кстати, затянга Нунис. А разница потом вот у нас, блядь, влияет. Нунис. Куда она влияет? Ну ладно, на 7 очков, спойлер. А, нет, у нас 4 пока. Нет, будет 7, блядь. Ну пока 4. Будет 7! Вы понимаете, что сейчас у Димы обострилось это выделение потовое? Вот тебе! Я побегал. Бежать! Ну это пас. Я говорю, бежать. Вот, я закрыл это. Отдать! От, вот сейчас отдать! Подожди, почему он вообще не техничный? Отнимать! Блядь, сейчас отнимать. Отнимаю. Он говорит, просто рофлю, блин, прикол. А зачем на финтов миллион? Оп! Лунёв. Не успел выйти, ну ничего. Не, слушай, ну это победа. Это уже дальше мы идем, поэтому это уже получается, ну как бы, не до медийных там. Друзья, мы выиграли! Мы выиграли, у нас 4 очка, и мы отправляемся за тобой, пандос. Вау, мы я идем думал, больше не за тобой. Спасибо, поднос. Спасибо, поднос. А у него, что, так, какая команда? Ты... Наполе? Наполе. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в новом выпуске Кубка Фиферов. Мы... Надо назвать уже команду нашу как-то. Давай, давай назовем. Ямкал точно. Ну да. И не Байер. Придумайте в комментариях, как называется наше трио. Нам нужно название, потому что мы планируем выйти из группы и поехать в дом. Бля, давайте, если мы поедем в дом, то мы просто там все ломать будем. Давай. Такой довольный. И вообще-то, ну, это шутка была, Стёп. Да блять! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Телега Мишки внизу в описании, канал тоже. Канал Стёпы, там футболка разыгрывается. Не забывайте, 15 тысяч подписчиков, она разыгрывается. Просто перепутал Авито с Ютубом, и там футболку решил выложить туда. Он там продает. За 15 тысяч. Он продает футболку. Кстати, там видео сделал, футболку продаю, вот, М-ка там. Подписывайтесь. Пока. Закончишь запись?